Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и мы находимся в Лёшабурге, в Анно 1800. Я на уровне сложности эксперт прохожу эту игру со всеми дополнениями. В прошлых сериях было много всего интересного, рекомендую, если вы случайно наткнулись на это видео, перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появляется. Ну а я продолжаю. Главная задача — нам открыть новый свет. Для этого я жду постройки здесь линкора. Клейпер я строю для перевозки хмеля. Здесь я заключил перемирие с пиратами, заплатив за это 20 тысяч. Конечно, дофига, прямо скажем, но оно того стоило. Ну, как мне кажется, оно того стоит, лучше так назовем. Потому что мы спокойно сможем развиваться, и нам не надо беспокоиться, что у нас кто-то нападет. Так, квесты. Вот тут чувак квест, по-моему, хочет дать. Поделюсь-ка я с вами. Вот и луч надежды. Что за этого надо начать сопровождение корабля? Вполне можно устроить, вполне. Но чуть позже. Так. Вот это, кстати, надо в нашем порту будет сбросить. Тут строим окна. Создал цепочку по созданию окон вот здесь. И давайте проверим, что, в принципе, у нас хватает всего снабжения. Минус 2 хлеба. Нет, ну я не думаю, что на самом деле минус 2, потому что я только недавно хлеб поставил. Неужели... Я не верю, что его может не хватать на самом деле. Хлеб потребляет только вот у нас ремесленники и рабочие. Хотя... Но все равно фермеров у нас больше. И хлеб тут, в общем-то... Не, мне кажется, хлеба должно... Ладно, надо просто подождать некоторое время. Во всем остальном у нас все нормально. Даже пиво избыток. Ну а ром мы будем привозить уже с нового света. Не хочу пока больше ремесленников делать. И консервы. Вот консервы. Кстати, надо подумать уже о создании этого... этой цепочки. Это... Перец, у нас есть остров с перцем. Две минуты скотоферма. 2 минуты кухня, это все по одному. Руды у нас вообще должно быть уже немерено. Ну, 19, должно хватать. И консервный завод. Минута 30. Скажите, это как, если там 2 минуты, а тут минута 30? 3 минуты. Получается, 3 консервных завода на 4. На 4 этих. Мы все вас верим. Так, куда-то дальше надо еще вести. Вперед! Еще раз давайте глянем. Получается 4 перечных фермы, 4 скотофермы, 4 кухни и 3 консервных завода. Как-то так. Причем скотоферму и перец мы будем на том острове делать, а кухню и консервный завод на этом уже. Бля, блин, что на меня достал, на меня гонять? Штурман. Все идет так, как и ожидал. Вы мудры не по годам. Отлично. Это мы выполнили. Так. Сопровождение там начинается. Давайте завезем на остров, скинем эту бутылку N.
Сколько у нас тут жителей? 160, да? Видите, перец у нас тут есть. Если 4 я строю, это 40 фермеров хватает. И еще 40-80 хватает. То есть на скотоферму и на перечную ферму. Я нашел удивительную карту. Да-да, нам некого еще отправлять туда. Так, значит, нам надо 4 перечных фермы и 4... Ну, еще, понимаете, нам клипер нужен, потому что мы вот на это, на шхуне мы не сможем перевозить. Так, давайте мы сразу поставим строиться... Нам надо и хмель, и перец, и мясо будет перевозить. Корабль построен. Отлично. Так, значит, здесь ставим строиться 2 шхуны. Есть. А Навуходоносор отправляем открывать новый свет. Хорошее название — Навуходоносор. Я проведу вас отсюда. Так, выбираем Навуходоносор. Что им еще требуется? Запасы профессии, дипломатия, охота и армия. Что по предметам? Из этих предметов ничего нам не дает. Ясно. Ремесла нет. Ну, продовольствие можно взять будет, может даже... Давайте пока 10 возьмем. Мое дело море. Медицина, а что происходит на суше, ремесла, неважно. Медицина, охота. Вот, можно взять на охоту. О, у меня уже кирпичей дофига, надо дороги построить, кстати. Дипломатия и армия. Что-то я не вижу. Ну, армия, наверное, пушки будет давать. А что дипломатия дает? Нет, это флот, пушки. А, пивасик. Ну, кстати, логично. На армии у меня ничего нету, кстати. Все равно нам это пиво вернется, если мы приедем обратно. Давайте побольше возьмем, чтобы точно хватило. И опять же, из предметов нам взять нечего. Поехали. Начинаем экспедицию Навуходоносором. Так, здесь кирпичи надо использовать для прокладки крутой дороги. Еще проложено. Здесь тоже можно сделать. Это лучше делать руками. Просто быстрее будут тележки доставлять грузы. Вот здесь тоже проложен. У нас куча кирпича, так почему бы не ускорить доставку грузов? Ага, тут все проложено уже, похоже. Ну и в городе. Так, опять что ли восстание какое-то? Эта музыка звучит, когда где-то забастовка идет. Поэтому я и интересуюсь. Так, тут тоже дорога. Ну, в общем, тут надо ждать уже постройки дерева, дерева. Я не хочу новые фермерские дома здесь строить, просто потому что мне придется больше содержания делать, поэтому пока просто игра сохранена. Остановим все производство дерева.
Ну не все, давайте, не пожелайте знаю. Пожелайте нам удачи. Так, все, чувак уехал. Давайте два оставим. Так, здесь мы сбрасываем эту бутылку. И... Да вообще, блин, и эти мины можно сбросить пока. Все равно не могу использовать. И отправим на сопровождение сюда. Флагман сопровождает. Так, давайте здесь строить те самые... Соперник основал поселение. Скотофермы. Так, блин, не забываю. Вот когда загружаешь сейф, почему-то чертежи сбрасываются. Давайте посмотрим, как оно тут... Блин, не туда всунуть. Ладно, давайте хочу посмотреть, сколько здесь... Ага, 400. Нет, даже 4 таких маленьких. Отлично, значит, можно ближе к... К дороге делать. Вот так. Переворачиваем. Так, так... Ну ладно, так и так поставлю. Тарас. Мне 4 надо сделать. Не... А, только если можно подвинуть туда на 2 клетки. Не самое оптимальное дело, потому что у меня вся цепочка на разных островах происходит. Поэтому мне, например, здесь не надо... Так, тут я, наверное, склад поставлю вот так. Корабль построен. Клипер. Новая задача. У нас пойдет на маршруте хмель. Заменим вот тот корабль. Тут надо отменить. Мне тут надо много грузов будет таскать. Так, продолжаем постройку. Пока две фермы. Две скотофермы. Тут еще дорогу надо будет проложить. 2, 3, 4. Давайте вот как-то так сделаем. На ту сторону. Так, и... Не влезет. Вот сюда, наверное, лучше. Два, три, четыре. Так, теперь перец. Перца тоже 4 надо. А вот этот отвезу, продам чувачку. Флагман ждет указаний. Напоминаю, нужно. Так, надо сопровождать, но я думаю, что флагман защитит. Там будут периодически нападать. У меня квест на моем острове появился. Для вас нет предела совершенства. Стыдно просить, нам и мечтать не о чем. Блин, 5 свиней надо найти на... Раз... Тут, конечно, в этой части полегче. Вот в Anno 1404 эти задания на нахождение чего-то на карте, это было... Просто мрак. Можно было часами разглядывать и нифига не увидеть. И последнее. Ну вон какая-то какое-то восстание. Хрен они восстают. А, из-за загрязнения. Так, 5-ю свинюшку надо, вот она. Нет. Блин, я какую-то одну нажал и не... Игра сохранена. Вот она.
Кто бы мог подумать? 5 колбасы дали. Зарезали свинюшек. Так. Грейвс мне хочет квест дать. Ну уже, марш! И что там у нас? Так, вот этот. Пути. Вот эту я продам. А у нас там война. Ну вот эти мы два убиваем и считайте задание выполнено, хотя надо будет довести до конца сопровождение. Это вот пиратский, но это не тот, который нападает на этот корабль. Так, мяску расставили, теперь плантации перца надо сделать. Перечная ферма. Светки Соколовой. Знаменитые перечные фермы Светки Соколовой. Добрались и до 1800. 4 штуки надо будет, блин. Они, кстати, там много. 108, видите? Так, раз ферма. Два ферма. Тут на всякий случай, наверное, стоит дорогу все-таки провести. Три ферма и... Мне сейчас вообще будет не хватать этих. Ресурсов для всего этого строительства. Сначала надо рынки построить в любом случае. Так, теперь по одной. Сначала это, потом это. Это, потом это. Корабль построен. Это, потом это. Слушай, хватает прям даже. Я удивлен. Так, в маршрутах. Здесь добавляем загрузку говядины и загрузку перца. Здесь, соответственно, выгрузку. И в корабль добавляем гусыню. Хмель, говядина, перец. Надо обзывать так маршруты, чтобы было понятно, что это. Так, и корабль тут продаем. Решили проявить. 2500, неплохо. Так. Забрать награду. Вперед! Сходим сюда. А потом пойдем обломки собирать. Выручите? Справедливо. Хорошая награда. Так, поплыли собирать обломки. Пути. Минус 110, это явно за содержание кораблей сейчас. Хотя нет. Хотя нет. Ну, мы пока деньги поднакопили. Во-первых, мы сейчас построим барите, который нам даст плюс. Мечтаю к налогам больше от ремесленников. Эти уже в плюс вышли. Во-вторых, сейчас мы дождемся прибытия первой партии говядины и перца. Игра и построим здесь
Нам надо будет 4 кухни построить. О, кстати, оно с ремесленников не хватает на все это дело. Нам надо 4 кухни и 3 этих. 300. 450. 525 ремесленников. У нас их 302. Ну, на самом деле, опять же, будет количество их будет увеличиваться, когда мы начнем производить, собственно, эти штуки. Так, это пока только хмель везут. Так, что у нас там с экспедициями? Все наши надежды на попутный 11 ветер. Дней уже в открытом море. Пока еще плывем. Какие-нибудь квесты есть? Да, мадам Кахина хочет что-то нам, какой-то квест дело выдать. Предстоит. Здорово. Так, надо... Ага, не хватает пушек. Сейчас будут пушки и линкор построим, конечно же. Еще один. Линкоры на этом этапе самое важное. Так. Пока только завозит хмель. Этот уже завез хмель. Флагман еле плывет. Что у нас с дипломатией? Почему с Гаспаром такие не очень отношения внезапно? Он тут самый как бы добродушный, но внезапно у меня с ним самое... Навстречу неизведанному. О, экспедиция требует внимания. Ха-ха, звон сабель. Ваш корабль налетел на острый коралловый риф. Отправить водолазов. Что другое недостаточно оснащено, блин. Минус 15% к боевому духу. Ну, короче, хреново у нас не получилось. Пройти, хотя вроде на ремесла я брал там кучу. Надо, вообще надо, по-моему, по максимуму наполнять трюмы. Типа, если ремесла, то 50 штук вот там чего-то. Того, что на ремесла берется обычно. Так, кирпичи. Ну, давайте, наверное, потихоньку все-таки строить дома крестьян тоже. И, соответственно... улучшать некоторые дома крестьян в горожан. Я просто боюсь, когда вы улучшаете, соответственно, больше ресурсов начинает потреблять и чего-то начнет не хватать. Ну, пока в плюсе необходимые ресурсы. Да, пока норм. О! Первая говядинка и перец уже поехали. Домой. Что тут за проблема возникла? Ну, видимо, не хватает. Вообще надо приостановить. Этот вот плывет. Штурман. Давайте его приостановим, чтобы они... То они практически вместе приплывают и, соответственно, конечно, ничего не забирают. Поднять паруса. Все собирается. Еще раз соберем все и запускаем корабль дальше. Сейчас он нормально будет. Тот как раз прибыл для
Знаете что, нам надо больше еще пирсов тут сделать. Ну понятно, что нужны. Вот здесь пирс, например, поставим. И ремонтный кран нужен. Свободные. Нет, не пирс, а ремонтный кран. Тут. И в первую очередь даже пирс я, наверное, построю. Так, значит, мясо привезли. Поэтому можно уже... Не будете медлить, успеете к партии. Ура! А что сказать по заданиям? Штурман. Надо уже строить эти... Вперед! Ну, кошеварить, блин, как их. Кухни. Давайте пока две сделаем. Причем где-то в отдельном месте. В моем окружении только... Реально, Гаспара все хуже и хуже к нам относится. О, такое ощущение, что он мне сейчас войну объявит, а не кто-то другой. А давайте вот здесь. Так. Так сделаем и консервный завод один. Здесь проведем дорогу. И рынок улучшим. Причем у нас уже было, мы там по какому-то квесту, по-моему, да, видите, у нас 20 гуляшей, есть мы получили за какой-то квест. То есть это можно использовать. Здесь надо еще 8 окон. Давайте как бы поставим. Уверен, все готово к печати. Выглядите прекрасно, как всегда. Ну что это вот это такое за нехватка шнапса? Реально нету нехватки? Есть нехватка шнапса. Давайте экономию поставим, чтобы меньше употребляли. Думаю, можно так перефразировать. Ну, судя по тому, что у меня все... А, нехватка шнапса на другом острове. Ну это... Тут он дебил какой, а? Одна ошибка, и вам конец. А, за то, что я использую пропаганду. Это... Вы получили бонус влияния. Так, следующее задание. Ты все еще ничтожество. Да, я знаю. Спасибо. Так. Мадам Кахину выполняем. Бабуля дает задание. Надо выполнять, потому что она минус 5 аж к нам. Многие отношения. Не знают. Надеюсь, заодно улучшим отношения, кстати, с пираткой. О, тут в экспедиции. Полным-полна коров. Ваш корабль летел на усеянный. Так. Плюс 4%. Давайте охоту попробуем. Поели. Все спокойно. Что-то не везет у нас этой экспедиции. Так, я хочу тут дальше. Что у нас 4 гуляшечных будет. И 3 консервных завода, я хочу их сразу поставить. А, заводик-то все не влазит. Придется как-то вот тут ставить и склад еще один, видимо. Но опять же, пока, видите, мы это не можем ничего поставить, нам окон не хватает. Блин, денег мало. Мне бы, конечно, фрегат строить, но он будет 250 монет стоить. То есть я в минус уйду по деньгам. Мне сначала надо моих аристократов обеспечить... Ну, вон, они уже гуляш стали жрать консервы с гуляшом.
Опять же, производство, как у нас тут. Видите, рыбы уже слишком много, я бы даже начинал. И рубашек много. Рыбу можно вообще удалять, а шнапс и рубашки приостанавливать часть. Эту просто удаляем. Сносим. И одну приостановим. Хоть передохну. Теперь шнапс. Эту и эту останавливаем. Две пока. И рубашки тоже. Две остановки. Они все равно потребляют деньги. Я их оставлю, чтобы не... чтобы деньги не тратить, но они все равно потребляют деньги. Так, это у нас сюда. Каспаров мне даже уже квесты не дает. Походу, я махнул на меня рукой. Легко отделались. Так, экспедиция идет. Кухню ставим. Еще ром удовлетворим. Плюс 15 денег будет. Плюс 30 идет. Кстати, ну им не нравится, я так понимаю. Ну тут ничего у меня не, не увеличено. Фермеры, на счастье. А увеличено, по-моему, на заводах. Ботинки сносились. Да. Пушки и сталь. Опять типа нечего загрузить. Все, у меня один корабль. Они вроде пополам у меня ездят, но один корабль успевает все. Все вывести сразу. Тут уже накопилось перца. Кстати, можно сначала кухни построить, а потом уже гуляшечный, потому что гуляшечный у меня и так есть. Тут стекол требуется много для этого дела. Так, опять у меня куча камня. Я думаю, что в городе вообще просто уже все дороги надо заасфальтировать. Адмирал! Адмирал! О, наконец-то экспедиция. Внезапное нападение. Так, в укрытие. Давайте в укрытие попробуем. Трансфери, адмирал. Дипломатия. Блин, у меня везде понимаю, провалы. Просто везде. Это надо было реально вот полностью заполнить трюмы. Я думаю, что я все равно доберусь. До нового света. Готово. У меня, кстати, деньги в основном именно за счет выполнения заданий скорее. Давайте обломки сначала подберу. Несмотря на то, что меньше времени требуется для сопровождения, но сопровождение будет время отнимать. А тут мне надо... И тем более бабуля мне важнее по очкам. Так, кухню ставим. Игра сохранена. Кстати, и шубы. Ну, шубы я просто
Там за квест получил, они скоро кончатся, и у меня уменьшится количество ремесленников. Это немножко подстава, потому что я типа рассчитываю на эти деньги, а они закончатся. И это не очень хорошо. Скоро университет откроется. Швейные машины пока не используем. Ну, не строим. А давайте глянем, что там надо. Железный... А, плавильня... А, слушайте, можем, кстати, поставить фабрику. Почему и нет? У нас вроде стали немерено. Древесины тоже. Хотя, кстати, уже подзаканчивается. Разбудите, когда надо. Нас не заменили на сам. Доски подзаканчиваются немного. Так, я хотел дороги провести по максимуму все возможные. Кстати, вот тут дорога нафиг не нужна. Она просто никуда не ведет. У меня кирпич уже максимума достиг. А, кстати, блин, я совсем забыл, что мне можно апнуть 10 тысяч. Это стоит, правда. Так что, пожалуй, не апнем. Но вот фабрику по производству швейных машин, по-моему, даже одной достаточно для начала. Я вот не помню, по-моему, ее лучше здесь даже поставить, среди вот этого всего производства. Тем более, тут место так стратежно оставлено. Так, где там мой фрегат все еще плывет? Так, квест какой-то на острове, где он? Начальник цеха нам тут... Фоточку, что-то сфотографировать бойцов, где? Неподалеку от рынка. Изи квест. Поможете нам? Видите? Дерущихся вон, я вижу. Жалкий человек. С хрена ли Грейск относится ко мне хуже, интересно. Что далее? Оружейный завод и завод вооружения плюс 20% производительность. То есть, в принципе, вот здесь рядом с оружейным заводом можно будет профсоюз поставить. Даже вот здесь можно профсоюз поставить, он будет влиять. Так. Подбираем и отвозим бабуле. О, Гаспаров хочет квест какой-то дать. Работать в определенном... Придерживайтесь прямых линий. Хорошо. Так, что-то в экспедиции у нас. Вот, плюс 50%. Ну, хоть это у нас пройдет нормально. Забрать детей и уйти. У нас нету армии вообще. Не что худший хоть... манифест. Хоть этот квест нормально прошли. Игра сохранена. Так, что тут надо для этой фабрики?
15 тысяч денег надо для этой фабрики. Немало. Немало. Неплохо, но все стены в плесени. О, этого нету доступа. Все готово. К школе? Замечательно. Что далее? Вероятность пожара снижает. Ну, такое. Так, это у нас здесь. Это все сопровождение. Ну, давайте. Давайте начнем сопровождение. Видите, вот тут у них не... Они не достают до школы. А школа у нас вот здесь. Соответственно... Хотя у нас тут уже проложено... Хотя вот тут не проложено. Может, это как-то поможет. Будете сопровождать. Так, приступить к сопровождению. Что прикажете? Я вот сначала штуку скину побыстрянее. Так, поплыли сопровождать. О, там уже эти ребята друг у друга собственности островов выкупают. Слышали выражение «дорога ложка к обеду»? А, вот эти уже стали нападать на мой корабль. Вообще изи защита будет. Вообще, мой остров их пообстреливает, и все. И, собственно, вот и все сопровождение закончилось. Так, 1500. Ну, скоро у нас тут... О, и можно уже... Да, надо вкладываться в строительство швейных машинок. По идее, нам даже сейчас будет доступен переход, потому что еще не успеют все шубы использовать. Сейчас будет доступен переход на следующий уровень, но без создания цепочки по созданию шуб, мне кажется, не стоит переходить. Поэтому пока мы это подождем, так сказать. Так, университет мы можем поставить. Ну, точнее как, пока не можем, у нас нету ни денег, ни... инструментов, но где у нас будет стоять, разместить можем. Окон немножко не хватает. Дальше надо поставить на продажу. Что поставим на продажу? О, у нас уже парусов как-то. Давайте вот больше 110 парусов продавать. Мы паруса не особо сильно производим. Пушки не будем продавать. Мыло, кстати, если вдруг внезапно на больше 50, тоже надо продавать. Но, кстати, кажется, сейчас будет нехватка мыла. Это надо проверить. Консервы, если больше 30. Ваши люди заболевают. Блин. Больницу надо ставить. Окна требуются и деньги. Это экспедиция. Мы-то бескультурные. О, хоть однажды, блин, удачно прошел. Слушай, так должно уже заканчивать. О, все. Мы вышли в новый свет.
Так, тут нам должны, кстати, корабль выдать. Пути. Ну и плюс еще мы... Надо найти острова, где существуют, заселять. В путь, куча экспедиций сразу. В нашем городе вспыхнула эпидемия. Лешабурги, эпидемия. Я Изабелла Сарменто. Свобода моей страны превыше вот всего. Сюда надо, собственно, плыть, чтобы корабль получить. Корабль найти непросто. Но у нас есть союзники. Карта мира. Вот ваш тут будет... стал выглядеть хуже. Новая карта тоже там будет. Так. У нас эпидемия не пройдет, если я не построю больницу. А больницу я не могу построить, мне не хватает 26 окон. Сможешь сделать это? Это на твоей совести. Задание у мадам Кахины. Так, тем не менее, надо теперь постоянно переключаться между двумя картами. Вперед! Я в вас верю. Вот, сейчас мы получили корабль. За штурвал. Теперь нам надо искать... Ну, вообще, вот это неплохой, по-моему, остров. Давайте глянем. Блин, рек много. То есть тут хлопок, какао, кофе, табак. Сахара, по-моему, нет. Сахар нужен для рома. Трупы складываем в три. О, тут уже этот чувак тусит. Ну, это корабль дали, чтобы мы тут могли сразу где-нибудь обосноваться. Что у нас здесь? А, этот остров уже заселен этим чуваком. Я весьма поражен вашей добротой. Так. Ну ладно, тут будет открываться. Остров вашего соперника напали. Потихоньку. Вернемся в старый свет. Так, значит, сопровождение закончили. Какой тут требует... Вот этот сопровождение требует... Штурман. Мне нравится ваш ассортимент. Нет, подождите, я еще не готов забрать этот груз. Хотя, слушайте, может я тут, раз это поблизости, то может действительно забрать этот груз и выполнить этот квест пока. Так, как тут у нас с обеспечением? Ну, видите, шубы закончились, зато обеспечили, хотел сказать, стиральными машинами. Соперник основал поселение. Швейными машинами. Блин, проблема с окнами. Надо было, наверное, больше все-таки здесь поставить. Полным-полна коробочек. Да, забираем груз и отвозим сюда. Просто тут это все поблизости и довольно быстро мы сможем провернуть. Так, что в новом свете? Так, этот остров заселен тоже. Ну, остров, видимо, другого игрока захвачен. Видимо, придется этот остров заселять. Остров другого игрока захвачен. А, бананы, слушай. Ты теперь слушаешься? Хороший пес! Так. В старом свете. Следующий квест вот этот на сопровождение надо. Руливай! Видите, уменьшается количество рыб, они дохнут от болезни. На самом деле, кстати, она может пройти и без врачей совершенно абсолютно, но на это рассчитывать совсем не стоит. Это будет долго, и у вас умрет куча народу, и проблемы с экономикой начнутся. Так, тут проплыл. А вот тут что за остров? Мне вообще-то бананы нужны.
Мне нужен остров, где будут бананы, потому что это изначальная еда поселенцев. А, и сахарный тростник. Слушайте, давайте вот этот остров заселим. Ну, в принципе, у меня корабль с инструментами как раз пока там плывет. Но вот этот остров неплохо для начала. Так, а тут что? Сахарный тростник есть, но это... Нету бананов. Так, значит, этого охраняем. Трудно отказаться от предрассудков. Чего к нам хуже относится? Что мы? Мы разве плохие? Понимаешь, у нас все болеют. Хорошо, пока в плюсе. Ну, блин, сейчас вот закончится работа. Ну, правда, смогу, наверное, фермеров апать. Ну, тоже так не хочется, на самом деле. Это перекос в экономике начинается и... Проблемы потом. Так, слушайте, а мне тут вроде даже и дорог нигде не надо строить больше. У меня прям этих... Ну, тут ладно. Поставлю. Вот тут еще дорогу можно. Рад знакомству. Если мы будем вести себя плохо... Новые пираты. Лишь потому, что все так делают. Здесь дорогу. Все вроде как. Эти уже пошел минус по рабочим. Придется фермеров апгрейдить. Не хотел бы вас наказывать, но придется. Так, вернемся в новый свет. Надо все-таки решить. Пока мы с ним не в войне, с этим пиратом, если мне не изменяет память. Так, ну поплыли сюда. Этот остров заселен, этот заселен, этот заселен. Вот этот не заселен. Но мне придется, видимо, вот этот заселять. Тут, правда, мало где жилье можно строить. Так неудачно он расположен. Может, вот тут какой-нибудь остров хороший будет. Ну, бананы нужны. Потому что бананы — это и начальная пища вообще этих вот... Ага, этот тоже уже заселен. Ну, все тогда особо без вариантов. Надо сюда плыть. За штурвал. Заселять. И этот еще можно сразу. Тут как раз другие ресурсы, которые мне нужны. Тут есть сахарный тростник, бананы. И... А тут... Ну и какао там есть. Тут какао, хлопок, кофе. А тут табак. Я бы вот этот и вот этот еще сразу заселил. А вот этот, наверное, можно обратно отправлять. Не, ладно, пускай он тут разведает территорию. Так, опять минус 75. Да, господи, когда же я смогу построить больницу-то? Ты как якорь утянешь меня ко дну. Так, этот плавает, этот заселяет новый остров. Как тут у нас потребление у... ремесленников. Ха, нету доступа к варьете, потому что там все болеют. Прикол. Хм. Вообще это странно, конечно, но с другой стороны логично. Некоторые борются всю жизнь. Блин, мне придется с ним воевать. Иди вы в жопу. Вынудили? 70 тысяч он с меня просит. 70 тысяч. Я его вынудил. Ай, блин. Так, ладно. Очень хорошо, что, во-первых, в другом конце карты.
В этом плане мне повезло. Штурман! Он вон по всей карте плавает. А, значит, здесь основываем колонию. Кризис. Угу. Мы готовы. И давайте, наверное... Так, давайте, пока мы тут постоим, потому что тут плавает... Этот сладкий запах металла. Море источает. Мы сложим оружие. Вообще надо плыть, уничтожить этот корабль. Бортовой зал. Какой лучше остров заселить, этот или этот? Разница в том, что тут есть табак. Мне кажется, этот лучше. Потому что кукуруза есть и здесь, а табака у меня нету нигде. Не знаю, сколько там требуется для... Вот здесь поставим. Так, этот у нас плывет с корабликом разобраться. Пути. И надо поселение тут. Блин, вот очень много рек для поселения, конечно. Не знаю, как лучше. Может, рынок здесь, и, соответственно, как-то вот так. Блин, мост стоит очень много дерева, понимаете? Сразу. Это не маленький склад, а рынок тут надо. Рынок. Ну, мне придется так ставить. Проверите. Ой, блин, как-то я далековато. Помимо прочих уважительных прозвищ, мы иногда называем придется вас главой. Редактировать. Никто не будет читать между строк. Так, убил я тут. Да, давайте. Вперед! Это все? Значит, идет в печать. Блин, мне надо меня эти... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Надо быстрее сюда основывать. Но у меня линкоры круче, чем все его эти пукалки, но, блин, вот я просто не люблю воевать в Anno 1800, потому что это очень отвлекает постоянно. Они как тараканы ползают по всей карте, тебе мешают. Интересно, смогу я поставить поселение, несмотря на то, что я под нападением нахожусь. Похоже, да. А поселение дает сразу пушку, видите? Корабль атакован. Линейная тактика. А твои люди умеют сражаться. Защищайте то, что вам дорого, любой ценой. Поднять паруса. Вперед. Пути. Так, ну. Новый свет мы заселили. Проблема с эпидемией. У нас идет эпидемия, но на этом я серию закончу. Надеюсь, что в следующей... Удачная ставка. В следующей мы
сможем вылечиться. Спасибо, что смотрите. Нужна перегруппировка. Какой перемен? Ну, 70 тысяч, ну, чувак, ну, иди ты в жопу, ну. Косив тему, он сказал, что уже грубо. Так, как мне корабль перекинуть? Вот, давайте я его отправляю в старый свет. Или, блин, еще повоевать с его шхунами. Вот он плывет. Ладно. О, 42, уже можно больницу ставить, наконец-то. Больница поставлена, я думаю, что на этой радостной ноте можно... Ой, где это я оказался? На этой радостной ноте можно заканчивать эту серию прохождения. Давайте как раз побродим по чумному городу. Играйте в умные игры и приходите на продолжение. Также я хочу почитать ваши впечатления в комментариях. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Стоит ли вообще читать газеты? Про вас.